have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы с вами Министерство трансляций. Это мы все с вами уже видели и считали. Что происходит? Да-да-да-да-да. Нам нужно сбежать. Я не знаю, почему мы здесь. Написано Rule. Shh or be shushed. Молчи или тебя заткнут. Вот эта картина на стене, кстати, очень сильно мне напоминает Shawshank Redemption, если что, если кто видел. Также там написано, что побег запрещен. Понял. Хорошо. Твоя мама такая толстая. Хватит шуметь. Да. Стой и жди. Спасибо. Он сейчас сюда прибежит? Ой, это стелс. А, я все это время мог перемещаться. Я думал, мне наоборот надо перебежать в эту сторону. Вы че? А почему он... Почему ты вышел-то без моего... Вали, дружище, вали, пожалуйста. Он меня догоняет, если что. Ладно. Нужно подождать, как он дальше отойдет. Стой на кнопке и жди, пока я не скажу тебе бежать вправо. Готовься. Я просто не видел, как это все будет происходить. Надо слушать ворону. Серьезно, надо слушать ворону. Есть легкий такой лаг, ну не лаг, а задержка между твоим нажатием и тем, что происходит. Так, у нас очередная серия начинается с лажи как таковой. Я не скажу бежать вправо. Зачем ты сказал готовься? Блин, вот эта фишка с готовься, она сильно сбивает. Что за фигня?
Почему я бегу, как будто у меня пистолет в руке? Так, жди, пока не скажу бежать. Готовься. Давай. Фух. Если что, значок на стене узнаете? Принц Персии. Помогите, он здесь. Блин, а давайте. Помоги мне, мужик. Нет! Я R нажал! Зачем это происходит? Я Знаете, в чем прикол? Дело в том, что я играл в Dead Cells, и там R это активация. И я решил активировать. Блин, я не знаю, это вообще нелогично то, что я сделал. Это была такая тупость. Ёлки-палки, как? Я думаю, я сейчас подойду к той камере и попробую активировать. Какой же бред. Так. Есть. Это мы перепрыгиваем. F. У нас F. Активация чего-то это F. Тут я не могу не разговаривать без животных, что? Лиф. Я не... А, надо было сразу прыгать. Но блин! Вот этот ми... Так, лучше держаться справа, потом резко влево. Все, я понял. Лукап. А мне вон туда надо было? Черт, похоже, он выпрыгнул. Похоже. Я уже догадался. Как-то туда или нет? А зачем я здесь? Я не то хотел сделать. Тот же чувак по мне тоже стрелять будет, так? Так. Т.
Да ну, блин, я думаю об одном и совершаю такие глупые ошибки. Ну хорош. Придется выпрыгнуть. Лукап. Сюда, yes. И что я вам тут сделаю-то? Don't look at camera. Стреляй! Чего? Стреляй ему в спину. Что за... Вот почему я бегал. Что происходит, блин? Игра, прекрати. Как? Что за сценарий? А, но да, я понял. Погоди, а мне туда, получается, и не надо? Я могу двери быстрее прячься. Еще охранники! Я понял, мне куда надо было, мне надо было наверх. Это механика. Да? Ты и так можешь? Почему-то я думал, что они только прямо умеют стрелять. Не успел. Это вам не Battlefield, если что. Там по крысам, что ли, стреляют? Это ловушка, вижу. Твою за ногу, какой пиф-паф! Жди здесь, я проверю, погоди. Пям-пям! Пау, пау. В смысле, патроны закончились? А, они тут показывают yes и no. Вот что это за значки-то были. Do not speak with animals. Чего, блин? Так, а... Но за... Там где-то, значит, были ботинки? Come on. Дай за ногу. Мне надо было... Boots are necessary. Там
Ботинки необходимы. Извините. А что тогда происходит, не подскажете? Необходимы ботинки. Да! Все, я более-менее понял, кстати, что происходит. Что? Нам нужно вниз. Кто здесь? Какой смешной, прикольный бред творится, блин, я просто в шоке. Он ползет на пальчиках. Запись в журнале номер 3. Я обкарабкаюсь по шахте. Это лифт? Черт, лифт наверху. Нужно чем-нибудь его нагрузить. Home is... А где мне взять... Патроны? Один груз есть, нужно больше. понял. Это только ап? Чем мне тузика-то выпустить? Да ну... Там... Прекрати это делать! Мне... Сейчас, секунду, я, кажется, понял. Два. Мне его обратно ждать, нет? Да, я понял. Хорошо. Я могу с помощью этой клетки еще и туда подъехать. Тут-то я никак вроде не могу открыть. Открывай только... кстати, я, по-моему, понял. Как? Сейчас. Угу. Угу.
А если... Собака далеко идет или нет, мне интересно. Вот так можно сделать. До свидания. Неплохо справляешься, спасибо. Осталось три. Осталось три! Ну, собственно, таким же способом. Да залезь ты. Да ну на... Вот, вот этот вот дилей, он вообще убивает просто, в прямом смысле слова. Видите, здесь это работает, там это не работает. Я не знаю, как это... Мне же надо собаку еще... Хотя, не знаю, на третий этаж, наверное, собаку никак нет. Я ее пока спущу вниз. Да, давайте так. Вали отсюда. Я бы себя спокойно чувствовал бы, если бы собака была в конуре вот этой своей. Но, пока так тоже неплохо. Как я оставшихся посбрасываю? Это ты! Ну, это я. Я знаю, к чему все идет. Ты меня не достанешь. Ого. Очень удачно. Пущ. До свидания. Его. Чего? Столкни его, нам нужно доставить ли, заставить лифт двигаться. Ну это же Джо, я не хочу его толкать. Все равно придется. Какого черта? Нет. Минус Джо. Какого черта только что произошло? Путь открыт. Господи, это безумие. Ой, чуть не сломал. Ну и что нам с лифтом-то делать теперь? А, ну он внизу. Мы еще и можем по этой куче
трупов забраться. Сосредоточься, человек. Нам нужно сбежать. Я так-то не против. Ёлки! Глубоко упал. Не видно низги. Это было скриптово или нет? Где ты, рыжий? Пожалуйста, нет! Что же это случилось снова? А, извините, какого черта? Я двигаться не могу, если что. Меня просто этот доктор убивает. Хорошо. Это... Так. Я на секундочку сейчас офигею. Можно? Пожалуйста. Ты знал, что вороны умеют светиться в темноте? Следуй за мной быстрее. Это космос, что ли? Ай! Нет! Это офигеть, как напряжно сейчас. Там была лестница вниз, мне кажется. Это вполне могли быть ботинки. Ёлки. А мы кругаля дали? Мы же отсюда пришли. Наверное, не там свернули. Я же говорю, там была лестница. Значит, она сюжетная, если что. Ёлки, как жутко. Откуда? Я забыл про шипы. У меня сейчас глаза вытекут, наверное. Нет, надо вернуться назад. Ну да. Ну да, в смысле, куда? Да я прыгнул!
По крайней мере, с этого места большое спасибо, игра. Это было низко. Там нужно было именно допрыгивать. Вывези меня отсюда. Ух, блин, как же это утомительно. Кстати, даже не знаю, где меня сохранит. А, тут светло. Не двигайся. Ну все, вам конец. Нам конец. Бросай оружие. Так, успокойтесь, ребят. Погодите, у меня есть идея. Прыгай вперед, когда я скажу. Смерть тебе, конкурсант. Я умер? Нет, я поскользнулся. Нет, это было круто. Круто? Это было безумие. Но мы же сбежали. Теперь давай отсюда выбираться. Каким образом? Я тебя подброшу. Что, блин? Что? Ты все это время мог так делать? Нет! Что за черт? Это не может быть за правду. Это сон. Да, это чертов сон. Тогда, ребят, давайте на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.